схема распределения вакуумных трубок Opel-Tigra. Начнем с главной магистрали. Самая крупная черная трубка идет сюда, уходит вниз. И она заходит в вакуумный усилитель тормозов. Далее на ней есть два тройника. Первая трубка синяя уходит на клапан, отвечающий за подачу и перекрытие антифризов в радиатор печки. Она, если у вас нет, скорее всего, это у вас не кондиционерная машина. Так, далее идет вторая трубка, черная. Она уходит на клапаны, отвечающие за подачу вакуума к системе продувки катализатора. Темная трубка и приходит сюда. Далее. На самом коллекторе есть несколько отверстий. Это первое. Вакуум на MAP-сенсор. Идет коротенькая трубочка и приходит сюда. Следующая трубка уходит, у меня белая, у вас может другого цвета, вот отверстие, поднимается сюда и приходит на регулятор давления топлива. Вот. И последняя трубка крепится под клапаном темным прямоугольным. Он отвечает за продувку, вентиляцию бензобака. Верхняя одна трубка заходит вниз в коллектор, вторая с коллектора крупная уходит и уходит дальше в бензобак. Все.